«Выигранный поцелуй». Картина французского живописца Жана Анаре Фрагонара, написанная в 1760-е годы, находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Эта работа Фрагонара также известна под названием «В отсутствие отца и матери». В музее Эрмитаж картина передана в 1925 году из коллекции живописи дворца музея князя Юсупова. В 1760-е годы, наряду с произведениями, созданными на основе реальных наблюдений, Фрагонар создает жанровые пасторали, как, например, картина «Выигранный поцелуй». Импровизируя, художник воспроизводит сцену с такой живостью, что она кажется написанной с натуры. В семейно-идиллических картинах живописца «Посещение детской» и «У очага» порой присутствует назидательность, но образы молодых матерей и детей полны чувственного очарования, а быт выглядит театрализованным.